Здравствуйте. Вот у этой собаки сейчас вторая неделя течки. Самое то время. Ну, может, еще пару дней не хватает. Я ее побрызгала отваром гвоздики и лаврового листа. Ну, не один день брызгала. Предыдущая была в течке, и ее тоже пришлось брызгать, потому что кобель от нас не отставал. Вот, и течка на течку наложилась, поэтому мы этим занимались. И вот смотрите, реакция кобеля, если мы его сейчас увидим. Обычно он просто не отходит. Сегодня он пришел, он запах чувствует, но не может понять, где, судя по всему. Потому что обнюхал уже всех и куда-то делся. Вот он. Вылез из-за угла. Все, чернышек. Вот реакция кобеля. Всех обнюхал и все, ушел. За рецептом пишите.